Страж. Чем могу помочь? Да не дрогни твоя. Жду твоего сигнала. Эй, Деф, я все еще сижу здесь со сломанной станцией. Где усилитель связи? Наш новый страж уже в пути. Я слишком стар, чтобы нянчиться с тобой, Сурая. Наконец-то признал, что постарел. Выручил разок, и теперь будет припоминать целую вечность. А, ты, наверное, хотела сказать разок в неделю. Ведь это из-за тебя я посидел. Да-да, продолжай, старичок. На этом лифте мы можем подняться наверх.
Придется искать другой путь к Хоторн. Будь осторожна. Падшие те еще падальщики. Они готовы сражаться за что угодно, лишь бы прибрать это к своим грязным лапам. Переключатели сломаны. Видимо, кто-то разозлился из-за того, что они слишком медленно работали. Это вполне в духе Кейда.
А, ты будешь рада услышать, что падшие покидают рудник. Похоже, ты и впрямь разворошил осиное гнездо, да? Мы нашли лифт. А вы хороши. Почти так же хороши, как Луис. Лифт не работает. Наверное, нет электричества. И мы потревожили падших. Прислужника, электричество включилось. Отлично, может, я когда-нибудь даже свой усилитель получу.
Поттер, мы выбрались из рудника, идем к тебе. Поторапливайтесь, надо закончить с настройкой сети связи. И, спасибо за помощь. Ты не так уж плоха для стражи Воображалы. Это самые добрые слова, которые только произносила Сурая. Ты свидетель редкого события. Вернулись? Кажется, Луис мне проспорил. Ну что, проверим, работает ли? Так, если я ничего не напутала. Есть входящий сигнал. Стражи, город пал. Если в системе еще остался свет, мы ждем вас на Титане. Не теряйте мужество. Стражи. Завал жив? Если мы выдвинемся сейчас? Даже не думай про Титан. Беженцы все прибывают. С одной стороны у нас Красный Легион, с другой Падшие. К нам вернулись способности. И чтобы вернуть наш город? Вашего города нет. Хоторн, мы вернемся. И не одни. Найти меня будет нетрудно. Сбережешь немало времени, если просто убьешь меня. Ты удивительно мало говоришь для того, кто зовет себя глашатаем. Мы узнали, что один из твоих стражей вернул себе свет. Но ты утверждаешь, что у тебя нет власти над странником. Тогда как? Помоги мне понять. Глашатай. Свет живет во всем вокруг и во всех нас. Можешь заслонить его, можешь даже попытаться запереть его, но он всегда найдет выход. А странник сам защитит себя. Странник. Многие годы я изучал его. Миры, которых он коснулся, его власть над жизнью и смертью. Мы не такие уж и разные, твой странник и я. Тебе не сравниться со странником. Никогда. Ты считаешь себя всесильным, всемогущим. Я видел таких. С малого начал. Малым и закончишь. Если странник и правда выбрал человечество по собственной воле, тогда ничто не помешает мне проникнуть в самую его суть, вырвать из него свет для себя и обратить вашу систему в прах. Только те, кого избрал странник, перерождаются в свете. Да, это я знаю. Поэтому я захватил вашу планету, и поэтому ты все еще жив. Странник выберет меня, глашатай.